Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Мы продолжаем с вами тестировать корейскую косметику от Style Korea. Кто не видел прошлый ролик, подсказочку оставлю в конце ролика и в инфобоксе. Что у нас сейчас с вами? Сейчас мы будем с вами умываться той же умывалкой, что и в прошлом ролике. Это пенка от Хэмиш. Очень классная, крутая пенка. Будем смотреть, как снимает макияж на лице санскрин из прошлого ролика. Тушь от Хэмиш очень классная, крутая. И сейчас мы будем все это дело пробовать смывать пенкой. У нас с вами будет Бентон и Джамиса продукты. Да. Джамиса и Бентон. Вот такой вот вечерний корейский уход. Итак, поехали. Про пенку уже рассказывала. Классная, классная, крутая, густая. Расход минимальный, объем большой, кожа до скрипа. Сейчас посмотрим, как смывает макияж. Я легонько смочила лицо и руки, и пенку с вами выдавливаем. Она сначала такая гелеобразная, потом очень-очень хорошо начинает пениться. Вот практически моментально. Заодно посмотрим, смотри, как она снимает макияж. Я обычно, знаете, умываюсь пенкой или гелем. Водички добавлю. Потом смываю макияж с глаз. И потом еще прохожусь своей щеточкой. Может быть, еще даже какой-то скрабик и так далее, потому что весь день на лице был санскрин. Смотрите, видите, как хорошо пенится. Просто великолепно. Этого даже много я выдавила, прям надо горошину на лицо. Давайте попробуем макияж вместе с вами. Вы посмотрите и мне потом расскажете, как смывает. И тушь как раз от Хэмиш. Почему-то сейчас вот к мицелляркам рука не тянется. Хотя мицеллярная вода важна и нужна. Так, я пойду еще сделаю это под краном, под водой. И посмотрим. Слушайте, идеально очищенное лицо, мне кажется, даже выбеленное. Я не до конца его вытираю, потому что буду продолжать. Очищение, оно какое-то выбеленное. Вот правда, прям выбеленное. И ну, у меня есть все равно пигментные пятна, мне кажется, камера не передает. Чуть-чуть вот тут, и чуть-чуть, видите, вот тут видно. И оно вот все как-то посветлело резко, я даже не могу понять, от чего. То ли от всего ухода, который был сегодня, который был в прошлом ролике, да, потому что там и сыворотка у нас против пигментации и так далее, но все посветлело, вот у меня шок. И крем у нас, по-моему, с вами там, вот этот с SPF, он тоже обладает действием против пигментации, и вот это вот тоже вещь. Слушайте, очень интересно, мне безумно понравилось. Вот даже если сравнить, мне кажется, вот лицо, оно белее шеи, вы видите, это шок, вообще шок. И пятнышки, они все посветлели за один день, но это прям чудеса какие-то. Тушь, она смывалась чулком. Я это почувствовала уже, когда наклонилась под краном смывать. Я начинаю мылить глаза и понимаю, что она вот так вот чулком с ресниц смывается. И, в принципе, там мыло было и не нужно пенки. Можно было намочить и вот так вот просто водичкой снять ее с ресниц. Она снимается чулком. Первый раз такую тушь встречаю, потому что сколько бы ни пытались, вот Faberlic, допустим, выпустить такие туши, да, которые чулком снимаются, у меня никогда такого не было. А здесь прям четко чулком и все. И чистые реснички. Класс. Теперь я тоже пленку слегка, чуть-чуть совсем вот так, наношу на лицо. И буду еще проходить со своей щеточкой любимой, как следует очищать после солнцезащиты нашу кожу. Идеально, просто идеально. Выбелено, чистенько, красота.
Что у нас с вами дальше? Почему выбрала именно такой уход с вами потестировать? Потому что все остальное практически мы с вами уже тестировали. Я вам ссылочки в конце ролика оставлю. А джами со сыворотки тестировали. Мне безумно нравится делать с ними массаж, потому что вот эта витаминная сыворотка, она, я покажу обязательно, она действительно такая вот маслянистая для сухой возрастной кожи, очень классная. Мне безумно с ней нравится делать массаж, вакуумный массаж или массаж гуаша. Суперская вещь. А бентон, серум, эссенцию, по-моему, я не тестировала, если я не ошибаюсь, но крем для кожи вокруг глаз, все это хочется обновить. Давите ощущения. И смотрите, и Джамиса, вот такие два продукта, это не из этой распаковочки, да, а это те продукты, которыми я активно пользуюсь, которые у меня еще с прошлого заказа. Это у нас с вами тоник, вот такой, от Джамиса, и крем от Джамиса. По-моему, он с муцином улитки, если я не ошибаюсь, да, с муцином улитки, а тоник очень классный, очень легенький. Я вот с ним обожаю делать тканевые маски, да, когда покупаем такие сухие тканевые маски в таблетках, в этом тонике растворяете, получается очень классный эффект. Лицу очень нравится тоник, тонер. Так, и будет у нас с вами, значит, эссенция, крем для кожи вокруг глаз. Давайте начнем с тоника. Смотрите, здесь вот такой вот дозатор. Я люблю вот так наливать на ручки и прихлопывать. У этой линейки тоже практически нет отдушки. Никакой. Вообще ничего не ощущается. Вот после такого ощущения коже очень хотелось протонизироваться. И мы с вами это сделали. Дальше у нас с вами сыворотка. Вот так она выглядит. И здесь у нас что самое интересное? Она есть на зоне. В составе, смотрите, она вот так приходит запечатанная. Здесь у нас с вами в составе лизаты, пептиды и галактомисис. Галактомисис, вот этот последний компонент, он отвечает за выравнивание рельефа кожи. Ну, пептиды для омоложения, лизаты это тоже очень важная вещь в возрастном уходе. Смотрите, она такая вот полупрозрачная, мутненькая и густоватая. Очень классный, интересный состав. Тоже практически никакой отдушки не чувствую. И тоже достаточно легенькая. Вот ее кожа прям съедает моментально. Хочется еще добавить. На декольте. Классная. Но вот она по ощущениям уже, знаете, такая маслянистая. Она прям маслянистая. Вот здесь будет выражен, я думаю, антиэйдж эффект. Вот с ней тоже будет классно делать массаж, потому что она вот сейчас пока на коже ощущается. И по коже руки скользят, пальчики, да? Вот с ней тоже можно помассажироваться. Очень здорово, пока она впитывается. Давайте с вами разгладим морщинку нашу. Кожа уже прогрета, у меня здесь горизонтальная морщинка, все хочу ей заняться, никак нет времени. Потому что, в принципе, если делать два раза в день массаж, ее можно умрать. Легко. Вот начинает уже впитываться, уже пальцы так не скользят. Ну, вот, в принципе, минутку-две, даже если делать массаж вот так после ухода, результат себя ждать не заставит. Вот, все, впиталось. Есть легкая пока липкость. Я думаю, она сейчас тоже пройдет. А так в целом лицо выглядит увлажненным и даже, я бы сказала, напитанным. Давайте дальше тестировать крем для кожи вокруг глаз. Это тоже бентон, та же серия. И вот так он стильненько выглядит. Такая блестящая крышечка. И здесь у нас тоже лизаты, галактомисис. Тоже практически схожий состав, активные компоненты одинаковые. Это у нас с вами вообще вот эта вот серия бентон, черненькая, темненькая, да? Это ферментированная косметика. А ферменты возрастной кожи очень-очень нужны. Смотрите, даже крем для глаз вот так приходит запечатанным. Мне безумно нравится отношение к клиентам на сайте Style Korea. Их косметика, она всегда приходит в надлежащем виде. Крем очень плотненький. Слушайте, сыворотка впиталась, кожа стала обратно практически везде матированная. Только нос пока чуть поблескивает, а вот здесь матированная. Вот, вот такое вот я люблю. Слушайте, вот такое я очень люблю. Наносим. И на морщинку вот сюда немножко его нанесу тоже.
тоже выравнивает рельеф, увлажняет, питает, антиэйдж эффект, крем для кожи вокруг глаз очень большой. Слушайте, я он всего 4 месяца. Вы представляете, вот это вот крем, а нет, 6, не пойму, так мелко нарисовано. 6 месяцев вот эти продукты. Если те, которые мы в прошлом ролике использовали, 12, то здесь у нас ферментированная косметика, она только 6 месяцев может быть открыта. Давайте тестировать. Он очень плотный по первым ощущениям. Ой, морщинку на лбу разгладил хорошо. Прям вот видите, такой плотненький. Не сразу тает на коже. Можно тоже сделать вот такой массажик. Тоже никакой одушки. Практически все средства из этого и предыдущего обзора, они практически все гипоаллергенные. Вот смотрите. Плотный крем. Для тех, кто любит плотные питательные кремы для кожи вокруг глаз, это ваша история однозначно. Очень плотный, очень питательный. В принципе, все достойно. Вот достойненько. По морщинке на лбу я вижу, что все-таки есть такой вот небольшой эффект заполнения. Не скажу, что она прям как от силиконов разгладилась моментально, но вот за счет такого хорошего увлажнения и питания она стала менее заметна. Вот она. Классно. Так, и завершающий этап у нас с вами от Джамиса. Вот такой вот крем. Очень классный, кстати, крем, которым я тоже активно пользуюсь. Но он у меня идет больше как вечерний уход, потому что все средства с муцином улитки, он действительно вот такой вот, видите, как определить, есть ли муцин улитки или это все ложь и провокация. Видите, какой? Средство с муцином улитки мне вот на день тяжеловато. Поэтому я люблю напитывать таким образом свою кожу на ночь. Хотя не скажу, что там он прям как-то сильно ощущается на коже, даже после сыворотки. Вот, да? Все как бы отлично, все достойно. Достаточно легкий. Но все равно я люблю на день что-то полегче. Особенно на лето. А вот этот крем великолепно заходит на ночь. Кожа с утра просто сияющая. Про зону декольте с вами сегодня тоже не забываем. Вот так, мои хорошие, вот такой вот у нас с вами вечерний уход. Завтра с утра будем тестировать с вами еще один классный санскрин стик от Такабо. Расскажу вам про другие средства, которые не попадут в ролик тестирования. Да? Расскажу вам про другие средства, чем они хороши, чем они понравились. Ну вот есть пока легкая липкость. Но тем не менее, сейчас минут через 15-20 он впитается, и все будет отлично. И завтра кожа, вот знаете, она будет такая сияющая. Класс, мне нравится. Мне нравится серия Джамиса, мне нравится серия Бентон. Действительно классный уход. Но пока спокойной ночи. А сейчас расскажу вам по поводу этих продуктов, потому что я уже их пробовала. Значит, вот эта сыворотка. Витаминная сыворотка питает, увлажняет, улучшает тон кожи. Это Джамисы 3 сыворотки. Здесь ниацинамид, экстракт облепихи, центелла азиатская и гиалуронка. Очень классная сыворотка, с которой мне нравилось безумно делать массаж. Прям подойдет. Она еще антиоксидантная для сияния кожи. Подойдет тусклой, увядающей, возрастной кожи, сухой, нормальной тоже подойдет. Классная, прям вообще супер-пупер. Вторая сыворотка, это недавняя новинка у Джамиса, и здесь сыворотка тоже как анти-эйдж, она стимулирует выработку коллагена, улучшает тон, и здесь витамин С у нас с вами в составе. Здесь еще есть такой классный компонент, как бакучиол, стабильная формула, аскорбил 1%, тетраизопальмитат. Что здесь важно, вот именно про эту сыворотку, что ее нужно хранить в холодильнике, девчонки. Бакучиол – это антивозрастное действие, экстракт аронии – мягкое действие. Феруловая кислота – классный тоже антиоксидантный компонент. Пантенол здесь есть, и токоферол для защиты, для защитного барьера. Эту сыворотку, она у нас борется с вами с пигментацией. Здесь, смотрите, 1%, вот здесь у нас с вами 5,5%. И важно сыворотки с витамином С хранить именно в холодильнике. Почему? И открытыми 3 месяца, то есть пользуемся на постоянной основе. Потому что витамин С, он потом может окисляться. Так, спасибо, Кристюша. Ага.
Дальше поехали. Следующая сыворотка у нас с вами тоже борется с пигментацией. Здесь гораздо больше таких активных компонентов. Здесь тоже витамин С, pH 3,95, выравнивает тон. Аскорбил гликозид 2%, аскорбиновая кислота 5,5, 30 мл. Классная на самом деле сыворотка. Здесь тоже у нас экстракт аронии, арбутин, токоферол, феруловая кислота и 2% АА2G, которые осветляют пигментацию. Вот эта вещь вот прям рекомендую, рекомендую очень присмотреться, потому что на себе эффект заметила. Дальше, девчонки, по серии у нас с вами Юл. Это тонер, это серум и это крем. Тонум и серум я уже брала маме. Это очень классная вещь. Она абсолютно, вот эта вся линейка гипоаллергенная. Здесь у нас экстракт корня астрагала, увлажнители эмоленты и аргинин. Она тоже как анти-эйдж заявлена, но в то же время можно, ну, девчонкам и помоложе. Это абсолютно легкие невесомые продукты, абсолютно невесомые, не имеющие никакой отдушки. Подходят тем, у кого есть акне, а кто лечит постакне и так далее. Увлажняет здорово, никакой перегрузки на кожу лица нет и абсолютно без, абсолютно антиаллергенной формулы. Я брала маме, у которой в тот момент на какие-то другие средства кожа очень сильно реагировала. Вот эти два средства подошли. Поэтому, если у вас проблемная кожа, склонная к аллергиям, высыпаниям, или как-то она реагирует на какие-то компоненты или отдушки, я прям рекомендую присмотреться к вот этой вот линейке. И вот такой вот здесь баттер. Остались с вами два санскрина от Такабо. Они оба 50+. Смотрите, и один в формате стика. Вот мне его хочется сегодня очень потестировать и посмотреть, что он из себя представляет. Сейчас откроем. А так, здесь у нас тоже основа смешанные фильтры нового поколения. Поможет защитить не только нежную кожу лица от негативного воздействия УФ-излучения, фотостарения, но и станет абсолютным спасением для уязвимых мест на теле, а именно нос, контур глаз, скулы, лоб, плечи, татуировки, родинки. А, то есть, смотрите, вот так вот, если большие родинки есть на теле, да, и вам вот, ну, противопоказано загорать, стиком наносить будет очень удобно. Скулы, лоб, плечи, татуировки, родинки, предупредив ожоги и красноту. Эффективная защита, контроль выработки себума. Вот это мне очень нравится. Во вчерашнем, в предыдущем ролике, да, мы тоже с вами тестировали, там тоже контроль выработки себума. И надеюсь, вот это тоже будет очень легким средством. Так, выравнивает рельеф, не скатывается, увлажняющий бархатный финиш. Классный состав, где много различных экстрактов, в том числе экстракт хлопка. Made in Korea. Здесь 19 грамм. Давайте посмотрим с вами, что из себя представляет стик. Смотрите, ой-ой-ой, как удобно. Так. Ага, вот такой он голубенький, слушайте. И как нам его надо с вами, наверное, поворачивать? Одной рукой мне это сделать неудобно, сейчас попробуем. Да, девочки, я в другую сторону просто найду. Так, хоп, смотрите, он вылезает. Вот такой голубенький, твердый. Очень интересно, пойдемте наносить на лицо. Сразу пойдем на естественное освещение, чтобы все было хорошо видно. Слушай, так интересно. Такой... Ой, какой аромат классный. Какой-то аромат чистоты и свежести. Но пока вот я блеска никакого не вижу. Наношу много, потому что санскрина нужно много, поэтому провожу несколько раз так по одному месту. По текстуре очень похож, знаете, на твердый антипреспирант. Ну вот, я имею в виду, вот такая вот твердость, вот такая вот текстура. Вот так наносить удобно, в принципе. Вот так с собой куда-то брать, да, если вот, допустим, там летом едете на пруд. Стик взял, так раз, мазанулся. Прелесть. Я прям еще провожу. Слушайте, так хорошо, комфортненько. Мне кажется, матирует. Мне кажется, наоборот, матирует. Я до этого больше блестела. Какой продукт классный, девочки. Везде наносим. Вот так. Вот так. Над губой мне тут вылезает. Вот я сейчас пока его ощущаю на лице, но когда к лицу прикасаюсь, оно как бархат, знаете, как немножко заблюренное. Заблюренное и матовое. Вот тут, где у меня вылезает, все время прям нанесу побольше. Потому что, девочки, великолепно посмотрела в зеркало, просто великолепно. Действительно, как будто заблюренное лицо, очень похож на блюр-крем, знаете, Faberlic. А, когда вот оно такое бархатное, ровненькое, шелковистое и матовое на ощупь, но на ощупь оно очень увлажненное, вот прям как бархат. Слушайте, какие годные есть, оказывается, санскрины, а мы с вами об этом не знали. Если бы знала, не разорилась бы ни за что на Биодерму. Вот честно, ни за что бы не разорилась, потому что вообще очень годный продукт и дешевле. Класс.
Мне очень понравилось. Вот в течение дня как бы можно добавлять. Не представляет никакого труда. Руками в крем опять же не лезем. Стик, удобный формат. Вообще рекомендую, девчонки. Я, конечно, еще посмотрю, как будет себя на лице вести. Если что, дополню отзыв. Но пока вот как будто заблюренное личико. Сейчас немножко подойду, подожду, буду делать макияж. Но даже тон никакой не буду накладывать. Потому что вот этот вот блюр-эффект. Мне не хочется даже вот крылья, носа и другие места какие-то обычно, которые у меня красноту какую-то иногда выдают, трогать. Вообще все шикарно, все замечательно. Потрясающе. Ну и на этом ролик буду заканчивать. Все ссылки, как всегда, оставлю под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Санскрины великолепные. Мы с вами уже перепробовали много за несколько лет, да, которые утяжеляют, чувствуются на лице. Вот это, девчонки, это действительно санскрины нового поколения, у которых и цена адекватная. И вообще, я прямо вот рекомендую от души, потому что мы в Телеграм недавно вот как раз с девчонками по этому поводу очень много разговаривали, обсуждали. Всех люблю, целую, всем пока-пока!